48-летняя Кристина Арбакайте отправилась на костюмированный маскарад. На вечеринке она побывала вместе с 41-летним мужем Михаилом Земцевым и 7-летней дочерью Клавдией. Дочь Аллы Пугачевой примерила дерзкий образ. Она надела откровенное платье, верх которого был выполнен в виде сетки, сквозь которую просвечивал черный бюстгальтер. Аутфит Кристины дополнила каре ярко-розового цвета. Супруг блондинки выбрал образ вампира, он примерил бордовый камзол с золотым декором. Клавдия предпочла перевоплотиться в летучую мышь. Она надела черное платье, дополнив его прозрачными крыльями. Первым на семейное фото Арбакайте отреагировал Максим Галкин. «Костюмы, отпад», — написал шоумен. «Ух, какие интересные, Кристиночка, вы и ваша семья, супер. На этом фото Клава похожа на папу, круто. Бомба, красивая», — пишут фолловеры.